Завтра и послезавтра столица Дагестана отмечает свой юбилей. В Махачкале пройдут праздничные гуляния, концерты и выставки народных промыслов Кавказа. На каких площадках развернутся основные мероприятия, узнавала Ума Ибрагимова. Этот гимн дети репетируют несколько дней, ведь уже завтра сразу на нескольких площадках столицы начнутся массовые гуляния и праздничные концерты, которые продлятся 2 дня. Их организацией занимаются режиссеры из Москвы. Сцена уже установлена. Дети готовятся к своим предпоследним репетициям, ведь им предстоит выступить на юбилее города. А вот здесь, у здания Белого дома, пройдет 3D-мэппинг-шоу. Здания теряют свой привычный облик и будто оживают. Специалисты взялись за создание незабываемого шоу. Праздник обещает быть запоминающимся не только на центральной площади столицы. Уже завтра аллея «Город мастеров» станет одной из площадок, где будут проходить праздничные мероприятия. В день юбилея города будут закрыты многие улицы и проспект. Однако для горожан нашей республики будут открыты дополнительные пешеходные зоны. Куда же они отправятся гулять? Давайте узнаем. Ну, наверное, был остался бы здесь. Здесь? Да. Ну, например, вот на улице Ленина, конечно же, там же. Ну, я пошла бы и здесь, на Ленина, но я на больничном. Я, скорее всего, пойду на парк Дружбы. Пошла бы, вот, город мастеров, площадь, очень даже красивый Радонский бульвар. Ну, скорее всего, здесь провела бы. Ну, тут как-то в последнее время тут очень много людей там проходит. Сергей приехал в столицу республики 3 месяца назад и уже сформировал свое мнение о Махачкале и ее жителях. Отлично, отлично. Люди добрые, вообще замечательно все. Природа мне нравится, природа. Сам город, конечно, ну так он еще поднимается. Инфраструктура, я думаю, должна стать получше в скором времени, надеюсь на это. До начала празднования остались считанные часы, подготовка уже завершается. И совсем скоро жители смогут окунуться уже в новую, праздничную, 160-летнюю Махачкалу. Ума Ибрагимова, Гилач Курбаналиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.